События на Украине парализовали экономику. Если не будет выделена финансовая помощь, стране грозит дефолт. Украина доведена до банкротства, признал лидер фракции «Батьковщина» в Раде Арсений Яценюк. Теперь главный вопрос – откуда ждать помощи? Из 15 миллиардов долларов, которые Россия обещала вложить в украинские бонды, был выделен лишь первый транш. Второй в размере 2 миллиардов долларов подготовлен, но Москва ждет прояснения политической ситуации. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил российский министр экономического развития Алексей Улюкаев. Мы должны иметь партнера, то есть новое правительство. Мы должны знать, кто премьер-министр, кто министры и какая программа у кабинета. Свою готовность финансово поддержать Украину выразили также США, ЕС и МВФ. В американской администрации пока не говорят о конкретной сумме. Однако подчеркивают, что совместный пакет помощи может оцениваться в те же 15 миллиардов долларов, которые обещала выделить Россия. Киев попросил западных партнеров о предоставлении кредита в течение ближайших 2 недель.